Так. Ага, вы еще не упомянули об электронной деградации молодежи. Да, это верно. У нас руководители страны, они предатели. Они не предатели в прямом смысле. Они ничего плохого не имели в виду. Они сами ничего не знают. Сами ничего не знают, понимаете? Вот. Они сами покемонов ловили когда-то. Вот в чем дело. И вот это осознать страшную трагедию, которая уже свершилась, уже. У нас все больше будет детей недоношенных, все больше детей в этих искусственных инкубаторах. Вот. Они никогда уже потом сами потомство не дадут настоящего. Вот. Сколько бы ни лечили тех детей недоношенных, они не составят уже. Вот. Ребенок, он может быть интеллектуально развит, да? А физически нам сейчас нужна физически сильная молодежь. Потому что некому страну защитить. Вот так. Вот так вот. Но эта тема такая, лучше вернемся к нашим этим, к нашей теме. На прошлой неделе отправил заявку на кошки. Жду замену суммы в зависимости от количества кошек, перец, которые вы обещали добавить. Нина, посмотрите, вот сейчас у меня вот лежит, и это все. И это все. Я не вижу селиванов. Давайте разбираться. А то останетесь без косточек. Так, я еще раз скажу. Значит, кто-то говорит, пришлите мне 10-20 косточек. Не, уже много. Уже удавлюсь. Три косточки, если минимальный заказ. Пять косточек, если закажете на 2000 больше. Про общий заказ делаете. Иначе не могу, иначе нельзя. Понимаете, я не от себя завишу. Вот. Вы понимаете, что сейчас куча людей не может работать, и дети сидят вообще без денег. Поэтому я уже ставлю свои условия. Это не шутки. Так. Компьютер меняет слова. Не кости, а косточки. Валерий Костинович, подскажите, пожалуйста, строки сертификации Вишни Сибирской штамповой. Ой, никогда я ее не выращивал. У меня много прорех в этой жизни. Уже несколько. Вот сейчас пришло последнее письмо. Там написано, не взошло ни одной вашей вишни и ни одной вашей черешни. Вот. Но я же не знаю, когда человек закладывал на сертификацию. У меня же, знаете как, проходит время. Я, допустим, когда продаю вишню уже сертифицированную, я их докладываю в январе. Так. Вот приходит март, я высылаю. В апреле еще высылаю. Смотрю, еще не проклевывается. Или редко одна-две. Потом я жду еще месяц. Уже не высылают. Уже время вышло. Уже забыли про заказы. Вот он, июнь где-нибудь. Банку раз. Вот там одни сплошные всходы. Вы поняли, да? Ориентируйтесь на 3 месяца, может быть, уже и на 4. Потому что есть вторая причина еще. И зависит от того, какого влажность песка. Я высылаю вот таких вот в песке в сыром, но маленьких в этих самых пакетиках вот таких. Получил, пересыпал в банку, добавил песку в 10 раз больше, потому что они набухают и забирают влагу из этого, из песка влагу забирают, но влаги у них все равно не хватает раскрыться. Это когда маленький объем. Значит, надо побольше песка и добавлять сырого песка так, чтобы, допустим, да, 10 косточек, но уже баночка вот такая солидная, чтобы песка хватило на все косточки. Так, Валерий Васильевич, подскажите, гнул укропной персик, и он обломился по прививку. Как сохранить черенки на прививку до морозов далеко? Ну, как сохранить? Надо держать это теперь так. Значит, как они сейчас есть, вы их берете, и самые холодные, то есть как они есть, заворачиваете в полиэтилен, они, наверное, еще и с листьями, господи, так, с листьями, ну тогда придется, короче, полиэтилен, погреб или в холодильник, чтобы они дожили хотя бы до морозов, чтобы как-то вот эти до конца зеленые листики, чтобы хотя бы до конца роль сыграли, чтобы почки продолжали развиваться. И еще возможность есть, как делают, знаете, как в погребе сырой песок, прям втыкают в него. И будем считать, что временное сохранение.
Потом они рано или поздно повянут, сбросят, и вы все-таки сможете эти черенки использовать на прививку. Так. Здравствуйте, я не понял про черенки. Нужно занимать очередь заранее на редке до создания списка. И это, Дмитрий, во-первых, вы у меня в этот вылет уходите. Для вас никаких очередей не существует. Вы такие масштабы приняли, что ни одна мысль, Господи, чтоб только у вас получилось, чтоб только у вас получилось. Когда-то же я свою роль сыграл в этом. Вот, что вы такие масштабы приняли. Вас это не касается, только напишите, Константинович, я вылетел. Вот. Поэтому вас это не касается. А что такое редкие черенки? Я вам сейчас объясню. Смотрите, вот все вот это сразу резать не будем. Вот. Выбрал, например, Олег Олегович Мезенов 12 сортов. Так. Плюс, ну как я на память говорю, плюс сувенир Востока, плюс персик. Вот. Все. И вот это, он для меня как бы, он мужик опытный, для меня это послужит основой. Значит, вот эти 12 сортов, плюс сувенир, плюс персики, они будут в каталоге. А все остальное, это 3, 5, я в каталог вставлять не буду. Я потом замучусь их это, в общей куче даже находить. Пройдет второй этап. Второй этап. Вот. Когда я разделаюсь со всеми, потом, кто мне вот с этой вот с этим количеством. Потом мне наступит затишье, я знаю. Это всегда бывает, это ближе к Новому году. И там уже я начну это работать с редкими сортами. Там уже, пожалуйста, капризничайте как угодно. Вот, я буду отдельно уже разговаривать с этим Стоторовым, сможет ли там нарезать, а у него их всего три. Это уже потом. Мне это невыгодно и неинтересно, чтобы что такое редкие. У каждого свое понятие редкое. Так. Ну, короче, вам никакой очереди занимать Карелии, Дмитрий, не надо для того, чтобы попасть в список. Так, кто-то тут пытался чего-то написать и вроде бы исчез. Так, неужели мы закончили? Женька Вадимовна пишет. Женька, ждем. Невзоров пишет. Ждем. Вот, сейчас я сбегаю кипяточку. Может, еще разбор продлится. Так, ладно, смотрим. Какая пара нужна для сувенира? Черт ее знает какая. У меня был один принцип. Я только вспоминаю так.
рядом росла Ника. Вот когда у меня был, так сказать, вершина успеха, когда молодое дерево дало сумасшедший урожай, и в это время ко мне приехал человек 15 на семинар, и целый фильм создал. Вспоминайте, я там угощал дерево, такое сумасшедший урожай дало. Тогда я вспоминаю, кто рядом рос. Но нет у меня специфических знаний. Это было бы перебор, если бы я все знал. Рядом росла Ника. Рядом росла... Евразия 21 росла рядом. Вот. И еще одно дерево Сувенир Востока. И китайки. И все. И гадай, кто кого пылял. Потому что для сувенира не знаю, что должно быть. Ну, бывало, что сувенир рос в новом месте где-то, рядом некому опылять, а он все равно плодовался. Скорее, самоплодный, но не уверен до конца. Так, Женька Вадимовна. Добрый вечер. Летом собрали косточки абрикосов, положили в пакет, убрали в холодильник. 15 прошло. Это когда в спирте? Летом собрали. Положили в пакет, наверное, все в сухом виде. 15 поросли, рановато. Наверное, тепло было. Наверное, почувствовали весну. Что получается? Неправильное хранение. Я всем говорю, получили от меня, перепаковать обязательно. Маленькие стеклянные баночки. Каждую подписали, крышкой закрыли, в холодильник поставили. До стратификации. Так, Женька снова пишет, а мы еще подождем. Я пока посмотрю гостей. Каждый раз хотя бы немножко, но свежие фамилии появляются. Так, Лилия Ражева, привет, сестра. Это человек, который сделал 10 серий, помог мне сделать 10 серий фильмов о наших великих предшественниках. Вот, особое ей спасибо за это. И мне просто так везет в жизни, так везет, что такие люди меня окружают. Так, Женька Вадимовна пишет. ВКонтакте прислали сообщение на косточки абрикосов, в которых нет каталоги. Как заказывать? Давайте сначала. Кто вам прислал сообщение? Да еще на косточки, в которых нет каталоги. Мой каталог? Не мой каталог. Давайте так, попробуем разобраться отдельно. Уже не сейчас. А, например, вы мне пришлете этот каталог. Я узнаю, не узнаю. Если там есть косточки, которых... Вот. И как может быть? Раз их нет в каталоге, то что же это за косточки? Видите, я не могу ответить на ваш вопрос. И как заказывать, не могу ответить. Надо, чтобы вы мне всю эту информацию переслали на мой электронный адрес. Попробуйте это сделать, ладно? Может быть, ВКонтакте найдете меня. То есть, ВКонтакте пообщаемся. Ну что, друзья, все, наверное? Сколько это? Сколько можно? Будем заканчивать. Просьба заказывать семена. Вот он каталог. Вот пока тишина такая нехорошая. Может, ковид виноват. Не знаю. Но мне кажется, почему-то наоборот. У нас иммунитет связан с отравленными фруктами. Вот что. А этого никто понять не может. Особенно министры. Те самые, что чему мы обязаны. Вы понимаете? Вот завал фруктов. Их надо все собрать из магазинов, со всех этих развалов базарных собрать, вывести в отдельно совершенно вывалить какой-нибудь овраг, потом сверху, как саркофаг сделать, как надо чернобыльское это написать. Значит, класс опасности номер один.
Вот. И на 100 лет, чтобы никто не мог эту землю не пользоваться, потому что все, что нам продают, все это отрава. А мы ее еще едим, а потом болеем. Ну что, друзья? Ага, Виктория Усманова пишет. Ладно, посмотрим, что еще тут появилось нового. Дополнительно сливы. А, да, косточки. Это не косточки, это... Нет, это... А, вот про это. Как заказывают? Да так и заказывают, господи. Да, сливы этюд. Допустим, 10 косточек. То есть пишите сливы этюд 10. Все равно общий список будет. Слива Ника один. Чудо одни Ника. Ва, сегодня же я снимал этот самый фильм у Чернобаева. А его жена такая же работяга, она работает и там землей копается. Мы проходим мимо, и он зашел разговор, она говорит, у нас самое лучшее сливы в Черногорске. А мне так приятно это было слышать. Самое сладкое, это ее слова, они есть в фильме, вы представляете? Вот, и как раз Ника один, вот она есть. Академик, 10 штук в одни руки. Абрикос свои. Ну, в общем, вы все это правильно скопировали. Вот и заказывайте. 10 штук Фаин, 10 штук академиков, крупноплодных железов 10 штук, поздний Филиппов 10 штук, Мичуринский 10 штук, Ранетка Желтыйск, хотите 10 штук. Так что здесь непонятного-то? Как заказывают? Составляйте список, там есть мой электронный адрес. Вот. Даже странно, что это. Заказывают все молча, кто хочет целевой тюрьму, пожалуйста. Кто хочет Нику, пожалуйста. Пока и все, но так дальше не будет. У меня скоро закончится фаина, академики. Думаете, у меня урожай был? Это слезы, а не урожай. Вот. Ну что? Надеюсь, Женька Вадимова, вы поняли, как заказывают. Ну, обычный заказ, на мой электронный адрес. Неважно, там выше есть таблица, а это ниже таблицы. Просто уже последний момент, уже ладно, думаю. Вот. Ну, надо так, чтобы понемногу, по десятку. Скоро и поэтому по десятку не будет. Так, Виктория Усманова, благодарю за то, что вы с нами. И вам тоже, и вас я благодарю за то, что вы с нами. Вот, там теперь поодиночке не прожить. Вот так вот. Не прожить. Жалко прощаться, но все-таки время пришло. До свидания, друзья. Спокойной вам ночи. Антон Валерьевич, пожалуйста, прислать ссылку. Я останавливаю трансляцию.